Камиль, как дела у нашего паренька? Хорошо. Он в парикмахерской. Я жду его. А ты как? Не спрашивай. Прекрасно. Убедить Мерта будет еще сложнее, Камиль. Они не слушают тебя. Один упрямее другого. Ты сказал, в парикмахерской. Вы в нашем районе? Нет, мы в Нишанташи. Зайди туда, Камиль. А что случилось? Мерт всегда ходит к одному парикмахеру. Он там? Камиль, он там. Здесь есть другой выход. Извините, Рамис Коройский здесь? Он здесь? А вы кто? Я просто спросил, если вы нет, я пойду. Идем. Идем, идем. Он здесь. Постучи. Рамизбей. Проходи, садись. А Рамизбея нет? Сейчас придет. Проходи. Дверь закрой. О чем ты хотел поговорить? Да так. О личном. Как твое имя? Ты не представился? Дженгиз. Ладно, не буду мешать. Нет, сиди. Он сейчас придет. Я потом зайду. Друг дал мне этот адрес, чтобы он помог мне с работой. То есть ты его не знаешь? Нет, откуда? Дженгиз? Дженгиз? Мерт? Соскучился по мне, сынок?